Шарля. Конечно же я. А почему? Потому что я работаю. Я чувствую. Я постоянно в суете. А вы все сидите на одном месте, не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать. Затем я корректно, как англичанин. Я, милый, держу себя в струне. Как говорится, и всегда одета, и причесана. Хомелько. Мой отец и мамаша ездили, как это по-русски, по ярмаркам. И давали представления. Очень хорошо. Я прикала сайт в Анталии и разные штучки. Фокус, фокус. Я взяла один крючка и один прозрачная вода. Я наливаю вода в крючка и получаю ан, цвай, дай. И получай ан, цвай, дай. И получай красный вино. Отчаянная голова, ты
светло. Мой глаза. Мой. И эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои. Чего-то.